Привет всем, с вами Норд, и мы проведем первый взгляд на игру под названием Trenches World War 1 Hard Survival Game. Start New Game. Игра на английском языке, английский я знаю очень плохо. Ну, собственно, поэтому мы и проводим первый взгляд. Это некий хоррор. Вообще, наверное, первый хоррор, в который я решил поиграть. Так, мы будем играть на догадках, потому что не понимаю, что тут будет писать. Так, пробел, свисток. Так, здесь что-то связано с Первой мировой войной. У нас красные ботинки или в крови? Скорее всего, в крови. Без понятия, куда нам бежать вообще. Какая-то игрушка. Трипидол. Типа страшная игрушка. Мне кажется, как-нибудь он моргнет один раз. Что-то появится. Самое место. Так, ну, наверное, сюда. Я так понимаю, пока что пролог идет. То есть нас должны напугать в самом начале. Как-нибудь. Так, да. Начинайте. Я все жду. Так, а мы здесь... А, я знаю, что-то взять. Фотографии читать. В общем, чьи-то портреты. Какой-то ключ или что там был. Типа мозги. Так, там какие-то звуки исходят. Подвинул куклу. Как он там что-то пробежал. Топ. Мы бежим за тобой. Может, они от нас убегают наоборот. Может быть, мы монстр. Так, можно куда-то спрятаться. Зачем, пока непонятно. Но скоро, видимо, будет понятно.
инвентарь какой-нибудь есть у нас? Так, у нас есть таб. На таб у нас есть какой-то ключ. Открывай дверь. Какое без понятия. Так, здесь у нас еще что-то есть. Но это мы не переведем. Ключ нашли, дверь не нашли. Ну, по идее, надо вернуться, наверное. Так, уже унесли. Так, надо было бегать туда-сюда. Так, кукла на месте. Сюда, по-моему, еще где-то. Самое место. Все то же самое. Так, будем свистеть. О, нашли ключ. Ой, это дверь. Надо закрыть за собой. Так, сюда можно тоже спрятаться. Зачем? Так, ну, видимо, потом понадобится. Так, еще какое-то письмо. My name, Tommy Allen. Какая-то развязка идет. Так, что там? Follow the cry to 9. Следуй за плачем. О, кто-то выглядывал. Ты где? Он выглядывал здесь. Не, я, конечно, хоррора не люблю. Мне немножко все это жутко. Но если кто-то прячется, надо за ним бежать. Если страшно, нападайте. О, бежим с тобой. Так, тут стенка. Так, а мы здесь уже были. Кто-то нас нападает, но нас не убивают. Одни скример.
типа страшно. Самое плохое, что мы не знаем, куда бежать. Давай не падай. Направо или налево. Ничего не видно. Опять кто-то выглядывал. Вот, опять кто-то выглядывал. Он заманит. Может, это правильный путь нам показывает. Наоборот. Это если жена им будет прогнаться, это надо прятаться, это понятно. Пока за нами никто не гонится. Сорян. Вот опять кто-то убежал. Какие-то флешбеки. Если нас пугают, значит мы правильно идем. Я надеюсь. Хотя я уже очень сомневаюсь. О, тут есть карта. Ты находишься здесь. Так, это слишком большая карта. А, ее еще с собой не взять. Так, как мне это понять? Я нахожусь здесь. Заняли еще куда? Бункер. Внизу находится бункер. Мне надо в бункер. Мне надо выйти обратно, пойти налево, опять налево. По прямой. Ну, там решим. Что такое? Так, налево. Сюда, по-моему, налево. Здесь куда-то по прямой. Мы во что-то упремся. Так, стенка. Но дальше я не запоминал, куда нам надо. Куда-то в эту сторону, но куда непонятно. Так, follow the cry. Так. Плач. Плача нет. Да, может быть, мы из бункера вышли. Так, что-то надо использовать. Куда-то двигаться за звуком. Ключ уха. Слышу никакого плача. Так, я не пойду с тобой. Ты меня заводишь в тупик. Вообще что-нибудь кину в тебя. Нет, не пойду. Так, ну возможно, что мы вообще из бункера вышли. Нам бункер-то и не надо. Ты адекватный вообще. Это твоя сестра, что ли? Две неадекватные. Так, но тем не менее, я не понимаю все равно, куда идти. Что вы все это пристаете?
поверх и лазить. Так, мы здесь уже были. Мы вернулись обратно. У меня карта есть. Нет. Карта у нас нет. Какие-то коллекционные предметы есть. Но, наверное, как раз таки вот фотография. My Hero Daddy, Mommy, Me, Bobby. Кто-то там. Не прочитать. То есть папа, мама, я и, видимо, еще какой-то братик. Не, ну мы, конечно, блуждаем бездумно. Так, мы пришли опять к тебе. Так, а может быть, какое-то другое место надо? Надо не в бункер. Мы тогда повернули налево, налево, прошлись прямо и уперлись в стенку. Там, по-моему, к бункеру подойти невозможно. Походу. Так, trench map. Малакис. Это типа нет прохода. Не, я без понятия куда идти. Но если мы пойдем, допустим, сейчас куда-то налево. Сейчас мы свернем назад налево, до самого конца направо. Потом там на втором проходе направо. И так пойдем куда-то наверх. Там, наверное, спрыгнем с крыши. Так, логи. И закончим нашу. Так. Раз. Налево до конца, направо. Второй проход. Здрасте. Что-то с глазиком. Так. Налево. Здесь налево. Нет, не совсем так. Еще устает. И там надо следовать вообще за плачем. Надо свистеть и ждать, кто-то будет плакать, если вдруг. Так, один раз налево и до конца. Так, я по старому пути пошел. До самого конца и направо. И будем свистеть. Может, кто-нибудь заплачет. Привет. Ты сумасшедшая. Так, это был первый проход. Второй. Но здесь ничего нету. К сожалению. Стой, стой, стой. Я отдохнуть хотел. Так, ну тогда не знаю, куда идти. Будем просто блуждать. Просто блуждать. Стоит, кто-то плачет. Можешь развернуться и не пугать меня. Сейчас мы пройдем, ее здесь уже нет. Да. Это манекен. Нет, наверное, сюда надо. Пистолет хотя бы дали. Было бы поинтересней.
Так, короче, здесь можно было жить бесконечно. Какой-то тут теннис амина есть. Кто-то ответил. Какой-то мешок выглядывает. Карта. Отлично. Мы здесь, а зачем? Все равно непонятно, куда нам надо. Скорее всего, бункер. Раз он такой отмечен. Так, ладно, выходим налево и налево и налево. Куда надо. Звук есть, никого нет. Лучше бы карту дали. Лучше бы карта так появлялась передо мной. Типа так, а, и карта, где я нахожусь. Это было бы эффективнее. Так, получается, мы просто будем ходить. Нас будет постоянно пугать. Так, хорошо, налево, 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 потом направо. Так, а чё я вообще это? Я сейчас на телефон сфотографирую карту и всё. Ступим по-хитрому. Правда, надо будет запоминать, где мы находимся. Точнее, как перемещаемся. Так, всё сфотографировал. Теперь мы стоим здесь, идем до конца, упираемся в стену, налево, сразу же налево, до первого поворота, и налево. Так, здесь мы чуть-чуть проходим, так, здесь направо. Серьезно. Так, доходим. Там можно прямо пройти, там у нас что будет? В принципе, что-то будет. Так, упираемся. Вот здесь, наверное, у нас стенка будет. Или нет? Нет, стенки нет. Сейчас надо будет какой-то поворот направо. Так, это, по-моему, он не тот. Здесь еще один должен быть. Так. Так, это у нас немного другой, конечно, поворот. Ну, допустим, так, мы сейчас находимся. Я без понятия, где мы находимся уже. По-моему, здесь надо до конца и налево. Так, надеюсь, я правильно по карте ориентируюсь. Хотя и большие сомнения. Так, теперь надо искать какой-то путь направо. Так, ну вот
теперь я заблудился. А, это мы отсюда пришли, кстати. Тем не менее, я уже заблудился. Если нам конкретно вот такого пути-то и нет, куда нам идти. Надо вот именно кричать и идти на плач. Плача нет. Вроде бы не были. Хотя, может быть, и были. Так, вот здесь идет плач. Нашли. Так, дует. Подействуй. Действуй куда? Надо бегать и собирать плачущие куклы. Я жду, пока что-нибудь большое вылезет и убьет нас. Нас же должны убить. Бегает. Спускайся, помоги нам. Ау. Наконец-то. Наконец-то нас убили. Прекрасно. Все, выходим в меню. Я думаю, на первый взгляд... достаточно. Так-то заново пошло. Мне бы вообще выйти. Так, все. Благодарю всех за просмотр. С вами был Норд.